Здравствуйте, друзья! Сегодня 15 февраля 2019 года и очередное мероприятие. Я подхожу к скверу боевой славы Анапы, и сегодня здесь состоится торжественный траурный митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Собираются люди, приглашены очень много детей. Дети замерзли, поэтому они пораньше возложили цветы. Вы уходите, да? Хорошая организация, патриот, ветераны, инвалиды Афганистана, военные травмы и другие. Я что хочу сказать? Всегда наши предки были героически преданы нашему государству и последующим поколениям. И поэтому сегодня я хотел бы, думаю, от имени всех и афганцев, поначалу не было таких серьезных вывод войск проходил организованно. Потери для страны, для матери, для жены, для целого поколения. Это смерть, которая поджигает на каждом шагу. Но нельзя отступить, дать шанс страху. Ведь ты солдат своей страны. Думаешь, они хотели бросить свою жизнь ради войны? Они хотели оставить семью и свой дом? Война навсегда перечеркнула жизнь на до и после. Все, мероприятие закончено. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго.